Привет! Сегодня хочу с вами поделиться, рассказать о том, что недавно сшил из кожи. Какие изделия для гармошек. Помните, я как-то показывал и рассказывал про чехольчики, которые понаделал для гармошек. Ну, так они, в общем, не сказать, что как пирожки горячие разлетелись, но постепенно, как все хорошее. И много людей из разных городов стали счастливыми обладателями. И я даже другого типа пробовал делать, но все же скажу, что вот та форма, что показывал, она мне больше всего мила. Но только я ее чуть-чуть доработал, ну и стало еще лучше, как мне кажется. Вот и все лето я брал гармошку с собой в этом чехольчике, ну, ту или иную. Цеплял этот чехол за карабин и к джинсам, и было реально удобно. Захотел помузицировать, достал гармошку и погнали. Но в какой-то момент мне прям реально не хватало еще одной. Ну, в какой-нибудь другой тональности там или вообще строе другом. Ну, а два чехольчика вешать на штаны как-то тупо, подумал я. Ну, и решил сделать один дабл кейс для гармошек. Ну, то есть, чехол для двух гармошек. И вы знаете... Штука оказалась реально удобная. И не только, кстати, для гармошек. Такой чехол подходит и для зажигалок, и для ножей, и карточек, и, в общем, всего, что подходит по размеру. А удобен еще тем, что, ну, я решил сделать как бы свободный подвес, ну, чтобы не мешало, находясь на ремне. И чтобы можно было в любой момент снять с ремня или зацепить куда-нибудь, на какую-нибудь... трубку там и еще куда-нибудь, куда душе угодно. Короче, сделал пару таких, чтобы как ковбой, знаете, с кобурами, только с гармошками и даже с четырьмя. Ну, а то вдруг там вступления какие-нибудь, а я во всеоружие, оба. Ну, короче, ходил я так время от времени с одним таким чехлом, дабл-кейсом, эксплуатировал его, как говорится, и в хвост, и в гриву. Ну, показывать себя нормас. Но в какой-то момент подумал, а почему бы, собственно, не сделать патронтаж для гармошек? Ну, сначала хотел, ну, знаете, через плечо такой, наискосок. Как у Уилла Уайлда там, или Sugar Blue. По-моему, его, короче, ну... Потом, короче, я подумал, что... Отложу-ка я эту затею на будущее, потому что кожи там надо много, гораздо больше использовать, чем для того же пояса на талию, грубо говоря. Короче, гармошечный пояс решил сделать. Полез в инет, посмотреть, что на эту тему имеется, ну вот именно, чтобы из кожи. Ну, скажу, разные есть. Ну и все прикольные, честно говоря. Подчеркнув для себя определенные моменты, преисполнившись в желании сделать, потерев ладони, принялся за работу. И, в общем, вышел вот такой вот гармоничный ремень. Гармошки в нем сидят хорошо. Я спецом делал посвободнее ячейки. Ну... куда вставляются гармошки, знаете, чтобы без затруднений, как бы, можно было вытащить и обратно вставить гармошку, чтобы это не вызывало каких-то таких проблем. Хотел сначала 7 ячеек сделать,
Но, к сожалению, заклепок не хватало. Ну и решил, что без них уже будет не камильфо. Ну и пустое место как бы тоже не дело. Так что замутил такой вот кармашек для разных мелочей. Пусть будет. Носить этот ремень удобно. Но, естественно, он не на каждый день. И вот уже вроде сделал, что хотел, но руки по-прежнему чесались. И сделать еще что-то на эту тему очень хотелось. Ну, в общем, я вспоминаю, что пока смотрел в гугле, какие ремни такого типа существуют, мне на глаза то и дело попадали кожаные кейсы для гармошек. Ну, тоже разные были. Были и на 3, и на 4, и даже на 8, и на 2 гармошки. И, в общем-то, я подумал, ну, я могу такое сделать. Главное, определить правильный порядок действий для себя и все правильно рассчитать. Короче, как говорила моя бабушка, глаза боятся, руки делают. И, в общем, получился вот такой вот кейс на 6 гармошек. Не скажу, что делать было очень легко. Мне кажется, что с ремнем было даже полегче. Но результатом я доволен в целом. Гармошки в нем сидят как надо. Имеет приятный вес. И главная его фишка в том, что его можно вот таким вот образом поставить. Ну, вот такой вот фигней я занимаюсь на досуге, совмещая, как говорится, приятное с полезным. Надеюсь, вам было интересно. И, кстати, если приглянулись чехольчики или дабл кейс на две гармошки, у меня имеется еще один абсолютно девственный такой дабл кейс, как, собственно, и чехольчики, которые я вначале показывал. Короче, пишите в паблик, обсудим. А сейчас давайте, я тут забыл заранее сделать, давайте посмотрим, кого нам на сегодня выдаст рандомайзер. Сейчас я тут все настрою. Так, с прошлого видоса комментарий. А видос был прошлый какой? А видос был прошлый, где я делал обзор, разбор жаркой ночи. Угу. Окей. Скопировать. Выбор случайного. Так, вставить. Загрузить данные. Все, сейчас поверну камеру и узнаем, кого нам сегодня выдаст рандом. Так, надо повернуть камеру. Тьфу, экран. Экран запутался уже весь. Вот все комментарии. Нажимаем выбрать случайный комментарий. Бла-бла-бла-бла. Олег Иванов. Пишет, что мелодия напомнила фильм с Чарльзом Бронсоном «Однажды на Диком Западе». Мелодия, кстати, там несложная. Довольно-таки, да, запоминающаяся. Сам, наверное, такой один из самых известных рифов на губной гармошке. Ну, что ж, записываем его в блокнот. А вам, ну, надеюсь, вам видео понравилось. И я вам желаю всего хорошего, удачи и пока!